скажу, мы уже находимся под громадным контролем. Мы просто этого как-то, вот знаете, создадут вот это, да уже как только появились телефоны, уже компьютер, уже, вы что думаете, да любой наш телефонный разговор, кому надо, мы знаем, кому надо, все, все прослушивается, мы даже и не знаем ничего и подобного, а оказывается, мы все, все за нами, пожалуйста, можно на расстоянии прослушать даже. Вон, за полкилометра навести на квартиру какую-то, лучше уже прослушать все, что там говорится. Все уже. И эта техника становится все более и более изощренной и гонкой. Так что уже нет никаких проблем, чтобы мы все оказались под контролем. Слышите? И вся информация уже наскапливается где-то, не знаю, в каком-то суперкомпьютере. Все это делается, и теперь вдруг с чипами. Будут чипы, конечно. Слышите? Электронные карточки говорят, как это такое, что... Да он в Москве, я не знаю, видимо, и здесь, и в Питере, может быть, уже на стоянках автомобилей, вы не расплатитесь деньгами. Только карточкой, никаких законов не было, ничего. Просто вели, и все. И все это пойдет карточки, а затем... Ну зачем карточки? Ребенок может потерять, если что-то. Ну да и взрослый может. Лучше чип сделать. Это же нужно понять. Это логика научно-технического развития. Ведет она к чему? К рабству? Конечно, к рабству. Конечно. И говорить нечего. А что мы сделаем? Что мы сделаем? Когда вообще денег скоро не будет. Услышите? Скоро денег не будет. И что дальше? Их просто не будет. Только эти все, электронные все. Я скажу, религиозного тут ничего нет. Надо, мы все, вы слышите, на что обращаем внимание? На эти шестерки, на карточки, на эти чипы. И не обращаем внимания на душу свою, на страсти. Тот, кто будет бороться со своими страстями, кто будет жить, если хотите, по Евангелию, ничего ему не страшно. Под контролем я? Пожалуйста. А я не скрываю ничего. Пожалуйста, вам надо? Пожалуйста. А мне нечего скрывать. Слышите? Нам-то нечего бояться. Опасно кому? Кто всякие делишки проделывает. Вот там да. Еще бы. Кто может махинацию провести, и ничего и не видно, не слышно. А теперь никуда, голубчик, не денешься. Вот кому страшно. А это, я вам скажу, да, это логика научно-технического развития. Но на этом не остановится только. Что это контроль? Контроль – это еще чепуха, я вам скажу. Да. Хуже. Уже смотрите, как сводит с ума сколько людей эти компьютерные игры, о которых только что мы говорили. Эти компьютеры. А генной инженерии что будет делать? Будут рождаться люди с заданными свойствами. Например, нужны нам бандиты. Ну, я так выражаюсь. Которые, пожалуйста, пожалуйста. И может родиться бандитик. Сколько вам надо? 100 000. Или, пожалуйста. Ой, хороший какой там, армия целая. Расправимся с кем надо. Что вы? И ничего мы не сделаем. Все внимание сейчас надо обратить на душу свою. Этим мы не остановим же. Меня просто удивляет. Я даже смотрю и думаю, боремся против карточек и все. Господи! И тут же автомобиль. Ну, давай, давай, без карточки плати. А не заплатил? Тебе сейчас твою машину и так далее. Еще раз говорю, скоро же не будет денег. Ну, не будет. Их не будет. Все будут одни цифири, которые в электронном виде. Ну, это уже есть. У многих есть эти карточки, где все их деньги, сбережения, пожалуйста, на этих карточках. Это скоро будет. Так что, почему и нужно обратить сейчас внимание, как никогда, на состояние своей души. А нас все время сбивают. Наше все внимание, все силы души, ума, сердца бывают на карточке. Господи, победи хоть зависть свою ради Бога. Тогда тебе и карточки не будут страшны. Ну, хорошо.